друзья, я Фикса, и добро пожаловать не в Майнкрафт, потому что мы находимся в реальной жизни, здесь будет безумно интересное видео. Как вы знаете, совершенно недавно у меня появился свой собственный мерч, который я держу прямо сейчас у себя в руках. Здесь толстовочки, футболочки, а также вот такие вот красивые стикеры. Я живу в Санкт-Петербурге, и многие подписчики, которые живут в Санкт-Петербурге, заказали мерч. И я подумал, а почему бы мне самому не взять и привезти вам его и доставить в руки? Мне кажется, это будет безумно круто, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы живете в Санкт-Петербурге, купите мерч, возможно, я приду к вам в следующий раз, кто его знает. Поехали, посмотрим реакцию. Вот что вы заказали, значит, у нас вот такая вот футболочка красивая есть, еще одна футболочка, одна толстовка и еще одна толстовка. И вот такие вот прекраснейшие стикеры, господи, они безумно качественные. Вот, все это мы сегодня повезем именно вам, поэтому мне уже нужно выезжать. Часы не работают, не знаю сколько времени, но вроде я не опаздываю. Поэтому все, погнали, погнали, быстрее, 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 быстрее едем. Все, ждем, когда машина разогреется. Нам нужно ехать приблизительно где-то 15 минут. Слава богу, где-то рядышком живет подписчик, поэтому сейчас его обрадуем. Или это вообще, по-моему, офис какой-то. Прямо сейчас на работу к родителям приедем и подарим мерч. Нормально, нормально. Так, все, мы приехали на первую локацию. Артемчик уже на подходе, как говорится, это мой друг. Он сегодня мне будет помогать развозить мерч подписчикам. Привет! Приветствую вас. Так, Артем, все, наша первая задача — это проникнуть в офис подписчику незаметно, чтобы он нас не заметил. Не получится незаметно, там на вахте стоят люди. Блин, жалко. Как волнительно, волнительно и страшно. И непонятно, как отреагируют. Ну что, вы готовы? Стучим. Здравствуйте. Добрый день. Я вот подписчику мне тут доставить мерч пришли. Маша, к вам пришли. Как волнительно, как волнительно-то. Привет, Ксения. Привет. Так, не нервничай, не нервничай. Это вот красота тебе, собственноручно. Тебе повезло, ты самая первая, кому я приехал. Можно я тоже? Конечно. Супер, спасибо большое. Спасибо огромное за покупку. Это первое. А, первое? Да, да, вы первые, да. Спасибо. И вас поздравляю. Надеюсь, долго не заставили ждать. Вот хорошей вам работы, так сказать, хороших это выходных. Сегодня понедельник, тогда хорошего рабочей недели. Всего счастливо тогда. Пока-пока. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Это просто легендарно, это просто весь офис в шоке, никто еще не понял, что происходит. Ну все, супер, первый мерч доставили, отправляемся к следующему. Ну что же, господа, приехали на новое место, мы находимся в очень красивом районе. Какая разница вообще? Пойдемте к подписчику скорее, он уже мерч там, наверное, заждался, ждет, когда я приду. Я очень надеюсь на то, что родители не говорили, что я приехал. Очень интересно посмотреть на реакцию. Парня зовут Денис, сейчас посмотрим. Осталось найти квартиру, правда. О, отлично. Давайте мяч возьмем, скажем, это тебе. Привет. У меня фирменный мяч есть теперь. Привет. Здорово. Денис? Да, правильно. Я Саша. Да. Ждал? Да. Тебе родители сказали? Мой любимый ютубер. Реально? Да, да, реал. Круто. Рад? Да, я могу снять с вами ролик для моих друзей? Давай, конечно. У меня есть ютуб-канал, да. Реально? Да. Круто. Так сразу же, ну бизнесмен молодой, ну сразу видно. Я там снимаю с этими друзьями. Реально? Да. Круто. А тебе родители сказали, да, что я приеду? Да. Блин, я думал, что не скажут. Давайте, спасибо большое. Так, ну давай, пойдем. Да, проходите, сейчас ролик будем снимать. Мерч потом, да? Самое последнее. Мне пока что он не нужен. Хорошо, ну давай снимем, давай. Я положу сюда тогда, хорошо? Я ролик, у меня просто друзья. Давай, давай, поехали. Что будем делать? Всем привет, меня зовут Геймпады 2. У нас сегодня самый популярный ютубер на ютубе. Йоу, всем привет, это Фиксай, привет. Так, я передаю моим друзьям Колянчику Асыду хороший пример. Привет. Да, привет, ребят. Я вот сейчас в гостях у Дениса нахожусь. У него здесь вообще круто, классно. Все. Настя, крик. Я вам могу один даже ролик показать. Давай, давай. Юные блогеры, да, получается? Да, мы только начали. Нормально. Мы уже год снимаем почти. Круто, молодцы, молодцы. Давай покажем видео, кто-нибудь подпишется на тебя, давай? Да, да. Все, ребят, смотрите, канал называется... Гепарды 2 без пробела. Гепарды 2, да, передайте им огромный привет от меня в комментариях. Да. Все, супер. Сейчас выкладываю ролик. Давай, выкладывай.
Вот напиши, фиксай пришел ко мне в гости, да. Наберет 100%. Готово. Вот там вот так же шорты снимаются, ребят, запомните. Да, это самое крутое. Все, давай? Давайте, нет. Давай, то что жду. Так, ты заказывал, значит, футболочку, да? Футболочку. И стикеры. Стикеры, да, держи. Держи красивые стикеры. Они очень качественные, да, они непромокаемые. И вот футболочка. Ой. Размер S, да? Как и заказывал. Футболка. Давай померь. Она чуть для меня большая. Но... Ничего, на вырос, как говорится. Да, оверсайз. Как... Она не оверсайз, да. Чтобы все подписчики модными были. О! Слушай, ну отлично. Мне нравится. Вообще отлично. Всегда танцую. Все, супер. Можете снимать в нем, еще больше просмотров будет. Все, я теперь буду в каждом ролике в ней сниматься. Все, супер вообще. Класс. Там, давай сфоткаемся, получается? Давайте фоткаем. Давайте, насфоткай на твой телефон, давай. Ну, вот и все равно. А это Лиана, Лиану знаешь? Да. Вот, а с ней хочешь сфоткаться тоже? Да. Супер. Спасибо тебе огромное. Я друзьям сказал, кто не заходит на канал, я завтра в школу приду и... Ну как все, завтра в самом популярном школе будешь завтра. Да. Все, супер, отлично, спасибо огромное. Ну все, мы пойдем тогда. Отлично, ты очень веселый. Ну что же, друзья, наступил второй день. Во второй день мы снова идем к подписчикам развозить мерч. Между прочим, сейчас пошел дождь, уже собирается такой небольшой ливень. Посмотрите на эти тучи. Тучи реально огромные. Но, несмотря на погодные условия, все равно мчим. Просто мчим, чтобы не опоздать подписчику. Погнали. Все, мы приехали, сейчас будем звонить. Я очень надеюсь, что ребенок не знает, что я приехал. Поэтому сейчас снова проверим. Артем позвонит и скажет, что это просто доставка. Здравствуйте, доставка. Кажись пока, что нет, работает. Да все-таки в ту дверь. А? Да все-таки в ту дверь. В ту дверь? Да. Я ничего не понимаю, что происходит. Здравствуйте, доставка. Два раза позвонили в одну и ту же квартиру и два раза сказали, что это доставка. Фух, на улице холодрыга вообще просто невероятная. Очень надеюсь, что реально ребенок не знает, потому что, ну, Артем сказал доставка, и просто открыли. Может, родитель понял, а ребенок, надеюсь, вообще не подозревает. Страшно. Ты тоже страшно? Мне нет. Я знаю, что весь удар на тебе. Ладно. Это так необычно. Это такой необычный экспириенс вообще. Это уже перерастает постепенно в рубрику «По домам». Все, погнали. Здравствуйте. 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 Привет. Виночка. Привет. Это правда, это реальность. Да, я тоже ваша мама. Круто, приятно. Как зовут? Глеб. Меня Глеб, а Глеб. Я Васина сестра. Привет, приятненько. Можем обняться, если хочешь. Так, ну что же, тебе. Спасибо. Толстовочка, держи. Это тебе. Вот, собственно, ручно. 10 лет было день рождения, мы подарили как подарок эту толстовку. Она очень давно ваши видео смотрит. Да. Приятно. Она все песни знает наизусть. Спасибо. Она хотела попасть на концерт к вам, но заболела и не смогла. Ничего страшного, я думаю, в сентябре будут еще концерты. А когда следующий концерт? Я очень хочу. Я думаю, в сентябре. Хочешь, я тебе подарю билет на концерт? Да. Все, тогда, когда концерты будут, у нас контакт есть, в принципе. Да, вот, поэтому да. Подарим билет вот так. Спасибо. Как у вас милая собака. Привет. Да, я зовут Линда. У меня в летсплее тоже Линда была. Судя по всему, Линда протащила что-то на корабль. Что-то запретное, запрещенное. Давай сфоткаем. Сейчас я куртку сниму, чтобы красиво было. Хорошо получилось. Супер. Тоже можете спускаться. Ты не хочешь? Не хочешь? Фотографируйся, Глебик. Ну ладно. Он такой, не хочу, не. С ним. Уже не смотришь? Уже редко. Редко? Он стал реже, да, немножко смотреть. Все хорошо. А над ними смеялись в школе. Они говорят, вы все врете, не приедет к вам фикса ни за что. Ну все. Может быть? Да, да. Мы толстовку купили. Вот и приехал. Все, завтра с вами популярной в школе будете. Что ты еще хотела спросить? Чего больше? Хотела песню с ним спеть? Нет. Хочешь, покажу тебе новую песню? Вот я буквально вот сегодня на студии был. Мы уже вирус послушали. Да? Круто. А, можно телефон нам взрослым возьму? Больше понравилось. Да, я вот это, на это и рассчитывал. Когда на концерте выступал с ней, прям родители все тусили. Мне уже нравится. Очень приятно. Ты молодец, ты большая молодец. А учишься хорошо?
Не очень. Не очень? Она хорошо учится, только она часто болеет, из-за этого пропускает много, и не всегда получается. Она занимается театром, она актриса. Да? У нее спектакль в понедельник. Ой, круто, удачи тебе. Я вообще мечтал тоже актером быть. Хотите чайку с булочками? Да нет, спасибо, мы сейчас поедем, да, мы сейчас поедем. Спасибо большое. Все, спасибо тебе огромное, спасибо за покупку, вот спасибо вам за поддержку. Спасибо, что приехал, на самом деле, мало кто, конечно, так относится к своим фанатам, хорошо. Спасибо большое. Очень приятно. Мне очень нравится эмоции дарить и получать их взамен. Вот. Да, да. Это очень круто. Они себя чувствуют. Она как только увидела, что ты в Телеграме написал, что новый сброс мерч, она побежала к нам. Скорее, 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 мы скоро. Вот, все. Не верится? Не верится. Ну все, учись хорошо, удачи в театре. Все, жду потом фильмы. Все. Все, спасибо вам огромное. Давай, удачи. Удачи тебе. Пока, Линда. Все, счастливо. Да, до свидания. Спасибо. До свидания. Ну что, как впечатление? Очень добрая семья. Прям безумно добрая, очень приятные эмоции. Девочка реально расплакалась. Это так мило было вообще. Вот, а паренек-то реально повзрослел такой. Ну все, я фикса не смотрю, типа, зачем его смотреть? Ну ладно. Вот, на самом деле было забавно очень. Почему так близко к камере, а? Мне очень нравится, все дети по-разному себя ведут. Мне очень нравится, они прям безумно радуются. Это прям искренние эмоции. Они не могут поверить, что вот буквально вот они у меня смотрят, а сейчас я у них в гостях нахожусь. Это что-то нечто. То есть, если бы я был бы сам ребенком, и ко мне приехал бы любимый блогер, ютубер, я бы тоже, наверное, офигел. У нас остался последний подписчик, к которому мы поедем вечером. Безумно будет интересно посмотреть на его реакцию тоже. Короче говоря, просто пристали на одну минуту на инвалидном месте, на аварийке. Вот ждал Артема, пока он в туалет идет. И вон там полиция стоит. И решили ко мне подойти, попросили документы, все проверили, у меня все нормально. Сказали, ну придется штраф заплатить. А мы такие, ну хорошо, мы ж никуда не опаздываем. На одну минуту буквально здесь встали, все, сразу же штраф. За что вообще? Типа на аварийке стою, вдруг у меня что-то сломалось вообще. Вот так вот. Теперь нам стоять здесь ждать 10-15 минут. Класс. Спасибо. Вы не поверите, куда мы сейчас приехали. Это самый настоящий ресторан. Кажись, мы прямо сейчас будем бороться с социофобией, потому что это наполненный ресторан людьми, и мы тут со светом, с камерой сейчас туда пойдем, будем снимать подписчика. Я не знаю, что из этого получится, как он будет радоваться, но сейчас посмотрим. Let's go. Здрасте, нас ожидают. Так, наша задача сейчас обнаружить здесь подписчика. Здесь куча столов, я не имею понятия, где он сидит. Очень страшно и волнительно, я вообще не понимаю. Я думал, это папа пошел, но это не папа был. Все, кажись, я увидел, нам махали только что. Привет! Привет! Я фиксай. Привет, привет! Мы с тобой разберемся. Нет. Вы не говорили? Нет. Нет, вы не говорили? Вы огромные молодцы, наконец-то кто-то не сказал. Удивлена? Да, очень. Круто. Круто, спасибо вам огромное. Здравствуйте. Что вы действительно творите, присаживайтесь. О. Вот твой кумир. Глаза в глаза. Смотрели на концерте. Да, были на концерте? Тебе понравилось? Да, очень. В следующий раз хочу на встречу пойти. Круто. Она передавала подарок. Да. Я еще не делал распаковку, скоро времени буду распаковку подарков всех делать. Представляем обзор подарков. Обзор подарков, только что закончилась автограф-сессия, фотосессия. Да, смотрите, какая красота. Там много было подарков, как и тебе, так и Леане. Все увидишь в видео, думаю, я все подарки сохранил. Вот, а у меня подарок-то для тебя еще тоже, все-таки ж ждала толстовочку, да? Да, очень. Да, держи, это тебе. Спасибо. Твоя собственная. Вот. Да, стикеры попозже придут. Они еще не успели дойти. Вот, поэтому скоро придут. Когда они придут? Я думаю, дня три. Не за что, не за что. Как долго смотришь? Ну, я не знаю, ну, наверное, год. Ну, 21-го, может быть. Ого, настолько? Давно. Круто. Год, как я начал, да, Майнкрафт снимать. Какие твои любимые рубрики? Битва строителей мне очень нравится. И еще мне нравится видео, где в точном апокалипсисе высокаки называли. О, да, очень крутое видео, мне тоже нравилось, да. Круто, круто, классно. А вы нас научите суперспособности своей? Когда вы вышли на концерте, они пищали и кричали все очень много. И разных звуков было, но вы сказали одно слово. Дайте, пожалуйста, тишины. И они замолчали. Да. Это реально. Это нужно использовать по-любому. Я не знаю, как это работает, но это было достаточно забавно, потому что я выхожу, там говорю привет, и все такие
Говорю еще слово «у-у-у». Но родители кричали громче, но как. А вы были в Питере или в Москве на концерте? В Питере. В Питере, вот как раз таки, да. Я хотела в Москву поехать. Я думаю, в сентябре будут еще концерты. Вот, у нас есть ваш контакт, я тебе подарю билет на концерт свой. Не за что, не за что. Можно фотографию? Конечно, сделаем фотографию, давай. Мам, сделай, пожалуйста. Супер. А я тоже хочу. Фанатки тоже хочет. Отлично. Супер. Ну давайте, да? Мы как раз очень кушать хотим. Ну все, мы пошли кушать. Вам тоже, если что, приятного аппетита. Ну, в принципе, приятного вам конца этого ролика, потому что ролик-то уже заканчивается. Спасибо.